Привет-привет, человеки! В эфире прогноз погоды на 31 июля и я, Снежана Туманова. Хорошая новость, впереди еще целый месяц лета. А погода в мире человеков хорошая. В Ставрополе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем достигнет плюс 26, вечером опустится до плюс 16. Ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. На Кавминводах прогнозируется дождь с грозой. Температура воздуха днем составит плюс 28, вечером плюс 19. Ветер будет слабым, всего 4 метра в секунду. В Дивном также облачно с прояснениями. Дневная температура достигнет плюс 30, вечером похолодает до плюс 19. Ветер будет дуть со скоростью 6 метров в секунду. В Буденновске ожидается дождь. Днем температура поднимется до плюс 31, вечером до плюс 20. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. В Черкесске будет пасмурно. Температура воздуха днем составит плюс 26, вечером плюс 17. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. В Домбае пасмурно, температура днем плюс 17, вечером плюс 8. Ветер слабый, 3 метра в секунду. В Нальчике возможен небольшой дождь. Днем температура составит плюс 24, вечером плюс 19. Ветер слабый, 3 метра в секунду. В Тырныаузе прогнозируется дождь. Температура днем плюс 18, вечером плюс 10. Ветер слабый, 2 метра в секунду. Во Владикавказе будет пасмурно. Температура воздуха днем составит плюс 22, вечером плюс 18. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. В Феодоне возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 22, вечером плюс 18. Ветер слабый, 3 метра в секунду. В Грозном облачно с прояснениями. Днем температура достигнет плюс 28, вечером плюс 21. Ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. В Махачкале также облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит плюс 28, вечером плюс 23. Ветер будет достаточно сильным, до 11 метров в секунду. В Дербенте облачно с прояснениями. Днем температура поднимется до плюс 30, вечером до плюс 25. Ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Хорошего вам дня и хорошего наступающего августа, дорогие человеки. Я Снежана Туманова, увидимся.